Лучшая в международном праве. Команда факультета международных отношений БГУ обошла соперников из стран СНГ на престижном конкурсе юристов в Вашингтоне. Команды-участницы на конкурсе имени Джессопа, а в этом году они представляли 86 стран, выступают в качестве сторон процесса в Международном суде ООН. Помимо стран СНГ, кафедра международного права, заняв второе место, обошла Королевский колледж Лондона, Нью-Йоркский и Австралийский национальные университеты, которые считаются лучшими правовыми школами мира. Победители определили по результатам рассмотрения вымышленного международного спора. В этом году в области противостояния киберпреступности. Какие-то разногласия между государствами все равно возникают. И на данный момент в киберпространстве есть только необязательные источники, такие как, например, Таллинское руководство по применимости международного права к киберпространству. И разговор ведется о том, чтобы как раз-таки принять какой-то договор, который будет обязательным. Участие хотя бы в моделированном, но процессе Международного суда ООН, это дает, конечно, бесценный навык человеку, который выпускается и имеет в дипломе квалификацию юрист-международник и идет потом работать в публично-правовую сферу, в то же Министерство иностранных дел, либо в Министерство юстиции, то есть является специалистом, который может в случае чего отстоять позицию своего государства. Конкурс имени Джессопа проводится уже более чем полвека. Участие в нем считается решающим при приеме на работу во многих странах мира на должности юристов-международников.